Хакасия закрывает парламентский сезон 2013 года. Последняя сессия прошла на этой неделе. Рывок выдался напряженным, на повестке более 4 десятков вопросов. Прежде депутаты скорректировали бюджет уходящего года. А причина веская – дополнительное поступление из центра. 750 миллионов рублей – бюджетный кредит. Его Хакасия добивалась долго и настойчиво. Наконец, Москва сумму одобрила. Однако новость, на удивление, порадовала не всех. Принципиально против позиции брать кредиты. Такие доводы парламентариев, конечно, не убедили. Федеральные деньги бесспорно нужны. Их направят на погашение коммерческого кредита, где процентные ставки действительно кусаются. Бюджетный кредит федерального центра выдается, и мы добились таких условий, в том числе для Республики Хакасия, по 1/3 ставки Центробанка. С учетом уровня сегодняшней инфляции, это практически бесплатные деньги. Поэтому чем больше их удается приводить на территории Республики Хакасия, и они крутятся на территории Республики Хакасия, тем лучше. Бюджет 2014 года вызвал меньше обсуждений. По сути, остались лишь редакционные правки. Проект верстали тщательно. Он прошел нулевое и первое чтение, публичное слушание. Впрочем, отношение к главному финансовому документу среди фракций двойственное. С одной стороны, бюджет по-прежнему социальный, охвачены все сферы жизни, и с этим трудно поспорить. С другой, никто и не отрицает, предстоит сложный год. Дефицит бюджета на 2014 год составил в порядке 3 или более 3 миллиардов рублей. Как вы знаете, что у нас 2013 года, у нас остались долги еще более 5 миллиардов рублей. Эти долги переходят на 2014 год. Долг Хакасии будет увеличиваться. Да, есть как бы объективные причины, субъективные причины. Конечно, есть вопросы у нашей фракции, например, такие, как, допустим, товарооборот, импорт нашей республики увеличивается в 2014 году. Но, к сожалению, в бюджете мы видим, что налоговая база сокращается. Вопросы задавать поздно, бюджет принят. Более оптимистичный настрой у единороссов. Причин для паники нет. Как показывает практика, в течение года Хакасия дополнительно привлекает весьма круглую сумму из федерального бюджета. Я не помню еще ни одного года из декабря предыдущего года, который бы легким казался с точки зрения обеспечения бюджета, роста заработной платы, различных инвестиционных вложений на территории республики. Бюджет следующего года всегда кажется тяжелым из предыдущего года. Из 2014 год в этом смысле не велика разница по отношению к другим годам. Единогласно поддержали депутаты законопроект, который позволит усилить контроль в сфере ЖКХ. Мы уже рассказывали об инициативе подключить к надзору руководство городов и районов. Раньше они могли проверять лишь муниципальный жилищный фонд. Теперь в распоряжении местных властей все дома. И что особо важно, в случае нарушений они могут наказывать коммунальщиков рублем. Парламентский сезон 2013 завершен. Следующее заседание Верховного Совета пройдет уже в новом году. Власти подвели итоги. Высшую награду региона, орден за заслуги перед Хакасией, вручили первому заместителю председателя парламента Юрию Шпигальских, инициатор награждения правительства республики. Верховный Совет также раздавал награды, правда, уже представителям 4-й власти. Депутаты определили победителей «Хрустального барса». Конкурс журналистского мастерства отмечает юбилей. Он стартовал в 2003 году. Среди номинантов – газеты, радио, телекомпании, а также интернет-издания. ГТРК «Хакасия» по-прежнему в числе призеров. Нашу компанию наградили как лучшего партнера республиканского парламента. А гран-при завоевал Михаил Валов. Это были все новости парламентской недели. Всего доброго!